Безопасность маленьких пассажиров в Ленинском округе. Продолжаются тематические занятия с детьми, которые сейчас посещают летние лагеря дневного пребывания. Проводят такие мероприятия сотрудники госавтоинспекции и воспитатели. В непринужденной игровой форме ребятам из лагеря на базе детского сада «Лесная сказка» рассказали, как правильно и безопасно переходить дорогу. Попросили всегда слушаться родителей, держать их крепко за руку, никогда не отвлекать взрослых при движении в автомобиле и не забывать про детское кресло. Если с мамой или с папой вы поедете все вместе, не забудь, что ты ребенок должен ехать в детском кресле. Самые маленькие и самые уязвимые пешеходы и пассажиры весело и азартно играли в викторины, разгадывали тематические кроссворды, разыгрывали сценки. Дети показали отличное знание правил дорожного движения. В каких местах вы переходите дорогу? На пешеходном переходе или на светофоре. На какой свет? На зеленый. Впереди школьная пора, детей на дорогах станет значительно больше, поэтому крайне осторожными следует быть всем участникам дорожного движения. Хотелось бы, наверное, обратить внимание родителей на что? Так называемый маршрут «Дом-школа-дом» называется, да? Подготовить ребенка к учебе, подготовить ребенка к новой жизни, объяснить ему безопасный маршрут от дома до образовательного учреждения. Профилактические мероприятия, направленные на детскую безопасность, будут продолжены.